Приветствую вас на канале RedCat. Ну что ж, закончился первый сезон Rocket League для меня, и сейчас начался второй. И сразу же, как только я вошел в игру, мне дают сразу какие-то крутые призы. Класс, смотрите, это динамическая декаль. Это значит, что она будет переливаться. Давайте посмотрим, что мне дали. Вау, какая арена красивая, да? Смотрите, очень красиво все выглядит. Но я хочу посмотреть, что же мне дали. Наконец-то, ребята, второй сезон. А, у меня первый уровень, сейчас все заново начинать. У меня был, ребята, где-то почти 150 уровень. За прошлый сезон я довольно-таки много играл. И так что у меня был очень высокий уровень. Так, ну что, ребята, сезонные испытания начались. И, кстати, у меня еще есть какие-то, видимо, будут призы с прошлого сезона, точнее, за прошлый сезон, поэтому я тоже их открою, посмотрим, что мне там надавали. Не знаю почему, но мне кажется, что игра начала немножко подлагивать после того, как вышло обновление. С чем это связано, пока не понимаю, она у меня всегда идеально шла. Давайте, ребята, быстренько подпишемся на мысочку RedCat YouTube в Инстаграме, ну а сейчас посмотрим... Вау, ух, какие классные ребята, смотрите. Обалдеть, золотая, это просто топ. Я буду чувствовать с ней только ездить. А вот это вот коричневая. Ну и такой вот металлик, еще серебро есть. Очень классные ребята. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Вот такая вот, ребята, заставочка теперь. Второй сезон, Rocket League. Супер. Мне все нравится. Ну что ж, ребята, давайте посмотрим, что же мне дали за коробочки прошлого сезона. За то, что я прошел абсолютно весь сезон. Контент черного рынка. Ну, попадись, пожалуйста. Хочу. Давай. У меня тут, ребята, не было ни одной коробки. Вот сейчас вот первую открываю. Итак, я получил... ракетный след. У меня такой же и был. Немножко не понимаю, у меня был точно такой же. Вот так вот зеленым он. Не знаю почему, ладно. Жалко, что не контент какого-то черного рынка. Какой-то прям крутой. Мне очень хотелось какую-то финальную, знаете, заставочку, когда там взрывается что-то. Когда ты гол забиваешь, чтобы что-то такое прям происходило очень мощное. Но что-то не везет мне на это дело. Так, ну что, следующий подарок открываю. Что мне дали за прошлый сезон? Это... очень редкие колеса. Ну что сказать, очень классные колесики. Смотрите, такие как ритм отбивают, как колонки. Кстати, ребята, я так понял, что весь второй сезон будет посвящен диско. Я смотрю, что везде тематика диско. Вот какие-то будут такие вот связаны с этим всякие подарки. И интерьерчики. Так, что на этот раз? Измельчитель, очень редкие колеса. Да, у меня таких не было, прикольно. Так, ну что ж, следующий открываем. Экзотический контент. И... ты-дыщ. Вау, смотрите, как переливается. Тоже классно, мне нравится. Смотрите, да? Супер. Нравится? Если вам нравится, ребята, обязательно поставьте лайк под этим видосиком. Ну, а я подкрываю сейчас, по-моему, уже последнюю коробочку. Да, вот у меня еще одна коробка есть, и всего лишь... Слушайте, я думал, будет 24 коробки, если честно, потому что было написано в прошлом сезоне, 24 я выполнил. Вау! Протеус! Очень редкий корпус. Слушайте, мне кажется, вот с такими крабиками спереди у меня уже был корпус. Может, он, конечно, чуть-чуть чем-то отличается, но у меня такое чувство, что у меня такой уже был. Давайте посмотрим все, что у меня есть. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Ну, похоже, не было. Ну что ж, ребята, я сейчас запускаю свой первый бой. Я решил один на один погонять на этом супер красивом золотом скине. Полюбоваться им. Ты-дыщ. Ну, попади. Отлично. Ну что, ребята, 11 секунд мне понадобилось для того, чтобы забить первый гол в этом матче. Это, ребята, мой не первый, это мой второй бой, потому что я сначала сыграл 2 на 2, но я был в другом скинчике, поэтому я его решил вам не показывать. Ну а сейчас я делаю вот этот золотой скин, очень красивый. Смотрите, как заиграла машинка, мне очень нравится в таком цвете. И сейчас будем соревноваться. Что я вам хочу сказать, ребята... Я закончил уже целый сезон, откатал.
даже умудрился получить кубок прошлого сезона, стать чемпионом турнира. Кстати, на канале есть два видео на эту тему, как я героически попадал сначала в финал, а потом как героически мы его выигрывали. Так, ну же прыгай. Так, караулю. Есть. Что я вам хочу сказать? Вы, кстати, можете тоже понаблюдать, изменилась ли моя игра. Посмотрите первое видео, кто не видел, по Rocket League, по этой игре. Сравните, как я там играл, как я сейчас играю, есть ли вообще какие-то улучшения. Потому что я для себя, ну, наверное, замечаю то, что я стал, скажем так, более опытным, более, скажем так, спокойным. То есть, мне как-то один очень круто играющий игрок сказал, слушай, ну, типа написал, you, короче, на английском написал, что ты очень агрессивно играешь. И я, наверное, понял, что действительно это ошибка, потому что агрессия — это хорошо, когда ты там прям едешь со всей силы, там, не знаю, всего форсажика. Так, чувствую, это гол. Да. Чтобы остановить мяч или чтобы ударить мяч. И, как правило, из-за этого ты попадаешь плохо по мячу, либо же промахиваешься. И вот, когда я его послушал, я действительно решил, что иногда, нужно, возможно, даже подождать. Не всегда нужно прям бросаться на мяч. И часто, действительно, из-за этого, особенно когда ты играешь, скажем так, не самым скилловым игроком, из-за этого довольно-таки часто я забиваю голы, потому что игрок сам ошибается, и мне получается где-то подобрать отбой или еще что-то. Ну, как сейчас, видите, он как-то неаккуратно отбил, и я себе спокойненько забросил. Если бы я на форсажике там прыгал на него, то, возможно, он бы меня перекинул, видите, таким образом, или что-то другое бы случилось. Но нет. Все было просто идеально. Так, ну что, ребята, погнали! Газуем! 3-1, так. Вау. Я не люблю такие розыгрыши, когда мяч высоко подлетает, его не видно. Ну, когда тебе соперник дарит мячик, я, конечно, люблю. Ну что, ребята, как вам начало? Первая, точнее, вторая игра в сезоне, и уже 4-1. Sky Coyote сражается со мной. Опять падаем. Так, ну все, это гол. Ну вот, из-за этого я не люблю такие розыгрыши, когда мяч высоко взлетает, потому что тут лотерея. Или мяч перелетит на его половину поля, я забью, либо же на мою. Тут вообще мы как-то поцеловались. О, спасибо. Ай, плохо принял мяч. Ай, забрал. Гад. Мое ускорение. Так, аккуратненько. Нет, не успеет. Отлично. Нет. Супер, отражение. Так, и полетели. Супер. Думаю, зайдет. Да. 5-2, ребята, 5-2. Неплохо. Еще целых 2 минуты играть, так что у него даже шансы есть отыграться. Я, кстати, ребята, очень плохо провожу концовки игр, очень часто сливаюсь. Хотя там могу в 2 мяча вести, а потом что-то идет не так. Я прям даже чувствую, говорю, вот, нет, все, типа, в этом раунде я, типа, не затащу. И потом действительно какие-то ошибки, или игрок начинает прям супер скиллово как-то играть, либо же там первоначальные касания как-то неудачно выходят. И действительно я сливаю такие раунды. На канал мой подпишись, лайк поставь, мне не скупись. Так, ну что, я пока отбиваюсь, все нормально. Не вижу какой-то угрозы на мои ворота, если честно. Ауч. А вот это плохо, а вот это опасно. Могло, конечно, и в ворота срезаться. У меня, ребята, кстати, не куплен Rocket Pass. Он, оказывается, только на один сезон давался. Я не знаю, покупать его или нет. Так что, ребята, давайте вы поставите классный удар. Ах ты ж, ё-моё. Сейчас, дубль 2. Оп, аккуратненько. Обожаю так. Называется подсечка. Вот если бы я сильно ударил, скорее всего, выше ворот. Если бы, как бы я так... Опа, видите, аккуратненько. Я просто подставил корпус под мяч, я даже на силу не бил. Но это было очень опасно, потому что чуть-чуть, если бы он был быстрее, то он бы смог меня опередить, и тогда бы уже, скорее всего, гол полетел в мои ворота. Так вот, ребята, давайте вы поставите много-много лайков. И я куплю еще новый геймпасик.
Rocket League. И там, я видел, еще дают за это крутую тачку. Мы ее потестим в следующем видео. Так, 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 так. Ну, нормально, нормально, нормально. Так, я первый у мяча буду. И тыдыщ, ну это легко было. 7-2, ребята. Минута осталась. Неужели он будет доигрывать всю минуту? Неужели он не выйдет из игры? Обычно, ребята, на 5-0, там 5-2 уже выходят из игры. Никто не доигрывает. Им не нравится, что они с таким счетом проигрывают. Но здесь парень-боец 7-2 до сих пор играет. Сейчас будет 7-3. Меня положил на лопатки, но у меня скорость есть. Есть. Я успеваю, сбиваю мяч. Ну что ж, ребята, вот такой вот у меня начался сезон очень удачно. Надеюсь, что в этом сезоне я смогу заработать не золото, а уже хотя бы платину в личных боях, скажем так. Ну и попытаюсь выиграть опять турнир. Я думаю, это будет очень круто. Фух, ну что, ребята, я получил классную штуку, но для того, чтобы ее как бы сделать, нужно, к сожалению, деньги задонатить в эту игру, поэтому, к сожалению, я, скорее всего, не буду ездить с ним. Ну что, ребята, вот такая вот статистика обалденная, как по мне, 8 ударов, одно сохранение, 7 голов. 8 ударов, 7 голов, хорошая статистика. Ну что ж, ребята, давайте тогда заберем награды. Ну что, ребята, покупать премиум или нет? У меня есть 500, в принципе, кредитов. Мне нужно еще 500 докупить, это немного. Поэтому, если вы поставите 500, давайте лайков. Я за 500 кредитов докуплю и куплю Rocket Pass Premium. Покажу тачку, которую за это дают. Все на этом, ребята. Спасибо, что смотрели. До новых встреч на моих каналах. Всем пока.